В Якутске с сегодняшнего дня на ремонт закрытый перекресток улиц Жарницкого, Кальвица, Свердлова, Пирогова. Из-за необходимости их объезда вся нагрузка легла на улицы Свердлова, Кальвица, Халтурина, Дзержинского, Лермонтова и Петра Алексеева. Сегодня пробки образовались в обеденное время. Тем временем закрытый участок переделывают в перекресток с круговым движением. Его планируют открыть 25 сентября. Проект обновленного перекрестка вы видите на своих экранах.